На балансе транспортного управления находятся сотни автомобилей. Они разные, разного года выпуска. И на сегодняшний день, по предъявленным справкам на 2019 год, износ автотранспорта всего порядка 80%. Соответственно, идет колоссальные затраты на ремонт. Машины все старые, идет колоссальный затрат по сравнению с современными машинами на топливо. И, конечно, в первую очередь это уже становится небезопасно. Поэтому транспортное управление в рамках своих полномочий занимается обновлением парка. У них задача стоит покупать. И вот мы купили Логаны, значит, класса Оптима. Где-то будем внедорожники для спецслужб покупать, там Шевроле, Нива, там и такого рода. Замены автопарка – это в рамках полномочий транспортного управления. И в рамках высвобождения там средств или экономии у транспортного управления стоит задача оптимизировать затраты на все это хозяйство, в том числе обновление автопарка. Мы уже сделали закупки и Логана, и Веста, и, значит, и внедорожники отечественной сборки. Мы вообще, в принципе, по закону можем покупать только отечественные машины. Поэтому они будут и седаны, они будут внедорожники разные. Но этим надо заниматься. Чем и занимается, в принципе, транспортное управление.